На Байконуре на финишную прямую выходит подготовка к запуску новой ракеты «Союз», которая должна стартовать 3 декабря. На орбиту полетят россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Маклейн. Специалисты провели сборку первой и второй ступеней. К этому этапу особое внимание. Именно брак, допущенный при этой же операции, привел к аварии «Союза» 11 октября. Тогда полет продлился всего около 2 минут. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейк не пострадали благодаря четкой работе спасательной системы.